Я думаю, мы понимаем, да, зачем мы здесь собрались. Это, конечно же, обозреть новый вкус от Дарксайда Space Elite. Сразу отдельное спасибо ребятам из интернет-магазина Hookaset за то, что предоставляют раньше всех мне эти вкусы, чтобы я мог их прокурить и полноценно сделать какой-то обзор. В данном случае этот табак я получил еще в пятницу, а сегодня уже понедельник, и сегодня официальный такой анонс этого вкуса во многих кальянных и так далее. Так вот, если ты хочешь получать эти вкусы раньше всех, то к ребятам из Hookaset'а. Так вот, Space Elite. Говно. Да. Вкус не удался. Вкус получился очень ужасный, потому что содержимое не соответствует названию. Я здесь ожидал хотя бы более-менее что-то похожее на личи, да? Я уже не говорю о личи, которая шла от Нахлы или от того же Авзала. Но здесь это получилось крайне ужасно. Да и в последнее время, в принципе, компания Darkside с новыми вкусами очень сильно лажает, да? Sweet Comet половине понравилось, половине не понравилось. Огурец, я уверен, что большей части не понравилось. И его даже как бы и не курят, он просто лежит в кальянной. То же самое, наверное, скорее всего, будет и со Space Elite. Ну, недельку он погремит, и про него все забудут. Но давайте вспомним старые вкусы Дарксайда. Да, это Лимон Бласт, Кейл Грейпфрут, Блэк Кюрент, мороженое, печеньки, да. Эти все вкусы, они у нас в сердцах. Вот лично у меня, они все вот тут внутри меня, и я их очень сильно обожаю. Связано это, возможно, скорее всего, с тем, что слухи, что Миша Лукьянов, довольно-таки любимый флейворист лично для меня, который делал те вкусы, которые мне очень сильно нравились, ушел на завод Дарксайда именно в Нижний Новгород, и там он сейчас типа контролирует сам процесс приготовления. Это слухи, я не утверждаю, это не мои слова. И на пост человека, который создает вкусы, поставили другого человека, чье имя я называть не буду, потому что это, опять же, слухи. И он, видать, не справляет свои задачи, потому что последние все вкусы, которые вышли, по моему мнению, это дикий провал в компании Darkside. Так вот, не исключением из Space Elite. Почему? Потому что это тупой вкус. Не потому что он тупой, потому что глупый. А потому что он тупой, он плоский, он монотонный, он однотонный. Он не вызывает никакого удивления, да, там типа, вау, какой вкус. Ты его куришь и понимаешь, блядь, чувак, ты чё мне забил, блядь, да? Блядь, пожалуйста, поменяйте мне чашку. И это ужасно, то же самое было и с огурцом. Я так скажу, вкус водянистый. Непонятный, как такового личи я в нем не чувствую, а если я чувствую личи, то это где-то отдаленно, я могу это все склонить к тому, что мой мозг отдает мне импульсы самовосприятия и самовнушения, что я всегда читаю название Space Elite и думаю, что это личи, но на самом деле это что-то другое, это как будто какие-то дефолтные ягоды от Дарксайда чем-то приперчили, и, знаете, народу вот так, опа, личи, оп, скупаем, оу, блядь, да, и так далее. Не знаю, но этот вкус мне крайне не понравился, он непонятный, он приторный, приторно неприятный. Как такового, да, вот, ну, я не знаю, ребят, короче, да, вот, я думал, поинтереснее обзор запишу, более на позитивной стороне, но когда я начал его прокуривать, я понял, что вкус мне далеко не зашел, возможно, вам он зайдет. Ну, как бы я не стараюсь это делать объективно, но меня вот это жрет в том, что я этот вкус очень сильно ждал, и в итоге получаю непонятно что, и то, что, в принципе, неохота курить вообще. Ну вот так вот, собственно, мы обозрели этот вкус. Я думаю, многие нашли какую-то нотку в моем посыле об этом вкусе. И если ты уже успел покурить этот вкус, то будь добр, по-дружески отпиши в комментариях, что ты о нем думаешь. А мое мнение такое, что это провальный вкус, и мне он не понравился. И Дарксайду нужно что-то с этим делать. Так что
Я жду твои комментарии, я их все прочитаю, я на них всех отвечу и поставлю лайки. Это Дава Дым и маленькая рубрика. И, конечно же, компания Darkside, которая захватила весь кальянный рынок России. И большинство вкусов Darkside, почти все старые вкусы Darkside любит народ. Так что, спейс и личи, ребята.